же абсурдная ситуация. Такая сложная ситуация в стране. Там найти работу проблема сейчас, особенно там в Ачинске, да. В Красноярске там куда-то можно. Здесь, я думаю, огроменные проблемы куда-то устроиться. То есть фактически они вас просто делают безработными. Вы пойдете в службу занятости за пособием в соцзащиту. А так получается, работаете, от государства ничего не просите, платите аренду, налоги, рабочие места обеспечиваете, еще говорите, благотворительностью практически все, кто-то больше, кто-то меньше занимается. Ну, что мешало-то сказать? Ну, какой-то архитектурный облик будет другой, хорошо, покажите какой. Сделаем, да. У вас, да, у вас картинки все были нарисованы, всем они понравились. У нас есть проекты, сделаны под проект ряды торговые. Не устраивают нынче. Ну, абсурд, это вот эта вот борьба с малым бизнесом. Любой чиновник, он должен наоборот отчитываться, что у меня количество предпринимателей растет, люди самозаняты, налогов платят больше. А так у него что, количество безработных выросло? Ну, значит, он сам себе зачем-то роет яму. Зачем? Кстати, есть еще тот факт, что президент для них не указ. Что для краевых властей, что для наших властей. Президенту надо тоже писать. Будут спускать, да, спустят вниз, надо еще раз написать, сказать, смотрите, вы писали, вы переслали туда, там нам вопрос не решили, прислали отписку, вообще унизили, сказали, ничего вам не положено. Поэтому вынуждены опять писать, звонить. А сейчас у нас на вас очень большая надежда. Спасибо вам, что вы поддерживаете. Прям огромное. Вы, главное, тоже вы за вас молиться. Активно действуете, потому что это вот, по нынешним временам власть просто если видит, что активные люди не успокаиваются, начинает там где-то шаг назад делать. С февраля месяца нет ни одного дня, чтобы мы что-то не писали, куда-то не отвечали. Я вам даже по примеру Красноярска, когда мэр Акбулатов еще был, и тоже вдруг решил 2000 павильонов уничтожить. Так они и вышли, 500 человек там, по-моему, тогда. Вышли на митинг тоже, забросали жалобами всех там депутатов, всех чиновников. Но в конце концов мэр сказал, ну ладно, давайте, пойдем на какой-то компромисс, увеличим вам арендную плату, чтобы все-таки бюджет пополнялся. Где-то посмотрим внешний вид. И всем продлили. Всем продлили, все по-честному сделали. И потом, знаю, правда, пришел новый мэр, начал все так защищать. Так мы на это на все согласны. Мы же не да. будем. Город действительно ну, то есть, был пример страшный. Пример это положительный есть, когда главы в конце концов там соглашаются. Это же нигде в законе не написано, что надо конкретный павильон снести. В конце концов, глава, если передумает, может от вас отстать.